Всем привет! Сегодня я расскажу, как можно сделать красивый букетик роз из обычных листьев. Я иду гулять в парк. Там очень красиво и есть именно то, что мне понадобится. Много красивых листьев. Для этого я возьму вот такие вот осенние листики и буду сворачивать сначала пополам, а потом делать вот такую вот трубочку. Беру следующий листик и продолжаю делать точно так же. Все достаточно легко и просто. В итоге получается вот такая пышная розочка. Чем больше листочков, тем больше розочка. И когда розочка будет готова, нужно будет скрепить ее ниткой. Вот такой замечательный букетик получается. Я оформляю его теми же листочками, стараясь чередовать желтые с зелеными. Беру веточку туи и добавляю в букетик. Так будет намного красивее. Вот такой красивый и яркий букетик получается. Осталось закрепить все ниткой. Всем, кому понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!